Середина мая – традиционное время для сезонных работ по озеленению и благоустройству. Сегодня на Аллее Славы в микрорайоне Мамулино появились молодые ясени. Специалисты Зеленстроя каждый день занимаются городскими клумбами, высаживают деревья и кустарники. Подробности в следующем сюжете. Более 3500 квадратных метров – общая площадь цветников, которую украсит наш город в этом году. Вот на Тверской площади обширной гаммой оттенков радуют глаз тюльпаны. Когда они отцветут, на их месте появится, как говорят специалисты, ковер из однолетних цветочных растений. А это совсем свежая клумба. Работы здесь завершились буквально на днях. Чтобы цветники выглядели привлекательно и ярко, высаживается сразу несколько сортов растений. Сейчас у нас уже начинается благоустройство, основные этапы. Это уже первые высадки клумб. Сейчас высаживаются те места в городе, которые защищены, скажем так, от ветродуев. Кроме того, в городе сейчас полным ходом идет покос травы. В первую очередь эти работы ведутся на видовых местах. Высадка саженцев – еще один вид озеленения. Так, на Аллее Славы в Мамулино высадили 10 ясеней. Возраст, когда дерево довольно уже взрослое и очень быстро нарастит зеленую массу. Таким образом, Тверь стала участницей акции «Сад памяти». Высадка деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне проходит по всей стране. Помимо ясени, здесь уже растут клены, березы, яблони, ели и даже кедр. Как утверждают в Зеленстрое, эти совсем разные деревья визуально прекрасно сочетаются и со временем создадут неповторимый облик Аллеи Славы.